В это воскресенье столица Чувашии отметит день рождения. Чебоксарам исполнится 548 лет. Подарки горожане начнут получать уже с четверга. Для самых маленьких чебоксарцев распахнут двери два детских сада. В микрорайонах Альгешево и Радужный. А в микрорайоне Новый город откроется поликлиника и детская инклюзивная площадка. Насыщенной окажется и культурная программа. Новым и ярким проектом 20-го августа станет парад городской техники. В нем примут участие 150 единиц. Техники – это машины ЖКХ, МЧС, скорой помощи. Маршрут движения от улицы Гагарина по проспекту Ленина, Карла Маркса и композиторов Воробьевых. Выступление музыкантов группы «Браво», творческий бульвар с тематическими зонами, барабанное шоу и праздничный фейерверк. Жителям и гостям столицы будет что выбрать. А чтобы не упустить ни одно событие из виду, администрация города запустила одноименный сайт «Чебоксары548.ру».